соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции, все государственные и муниципальные служащие обязаны предоставлять свои сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения аналогичного характера в отношении супругов и своих несовершеннолетних детей. С 1 января 2021 года вступает в силу федеральный закон от 31 июля 2020 года номер 259 ФЗ о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В соответствии с указанным законом, цифровая валюта является имуществом. В соответствии с этим, с 1 января 2021 года муниципальные служащие, а также государственные служащие, обязаны будут в своих справках указывать наличие цифровой валюты.